Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. Большой и такой вот сонный, потому что сейчас на жаре, а львы любят проводить большую часть времени именно в таком положении. Но зато утром они активны, вечером активны, а вот днем в жару, конечно же, любят полежать, отдохнуть после сытного обеда, так сказать, и завтрака. Вот, это вольер знаменитого льва Самсона, который в парке Львов Тайган уже больше года. И здесь уже и потомство от него. И посмотрите, друзья, львицы какие вальяжные. И тоже уже пузики. Поэтому Самсончиков будем ждать скоро новых. Самсон молодец, обновляет тайгановскую кровь. И причем делает это так, знаете, на таком расслабоне он, львицы в неге так перекатываются на спинке. А Самсон спит, служба идет. Вон у него какого, как у мача, такая прям грива переходящая, прям на животе вот такая черная, темная. Это как раз вот у львов очень ценится. Темная грива, и не просто грива, когда она еще продолжается вот так вот по груди, по животу, это для самочек очень привлекательно. Уже те ученые, которые занимаются наблюдением за львами, изучением их, они уже это определили и, так сказать, подтвердили. Так, друзья, а здесь мы с вами видим, что в парке Львов Тайган, несмотря на жару, которая стоит в Крыму, и сушь, здесь такой оазис. Оазис красоты, зелени и свежести. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем мира и добра!